неделе радости, позитива и новых знаний. Всероссийский детский центр «Смена» встретил более 600 мальчишек и девчонок из Краснодарского края. Дети станут участниками 6 образовательных программ. Город мастеров, волонтер, юный исследователь, Академия творчества, Олимпийская академия и «Я гражданин России». На центральном стадионе ВДЦ «Смена» присутствовали представители каждого отряда, а остальные сменовцы активно следили за мероприятием в прямом эфире. Ярким творческим выступлением детей порадовали сотрудники отдела культурно-досуговых программ ВДЦ «Смена», а начальники 4 лагерей выступили с напутственными словами. Желаю вам от имени организаторов программ оздоровиться, получить новые знания и с отличными впечатлениями и друзьями уехать домой. Всем всего хорошего! Право поднять государственный флаг Российской Федерации и флаг Краснодарского края предоставили участникам программы «Я гражданин России». Первый день в смене у мальчишек и девчонок уже масса позитивных эмоций. Они уверены, что в смене смогут многому научиться и найти настоящих друзей. Я, конечно же, завести друзей, познакомиться с новыми прекрасными людьми, как вот вожатый наш, очень веселые ребята, прям спасибо им. Ожидаю отдохнуть, конечно же, как волонтер помогать другим, дарить радость, счастье. Я ожидаю получить новые знакомства, разнообразить свою жизнь, так сказать, получить хорошие эмоции. Здесь очень дружелюбный коллектив. Все друг друга поддерживают, стараются друг другу помочь. Очень приветливый персонал. У меня прекрасные вожатые. Они делают все, чтобы в нашем лагере было все замечательно. В честь начала новой смены прогремели залпы дневного салюта. Впереди у участников второй летней смены новые знакомства, полезные знания, яркие творческие мероприятия и незабываемый отдых на Черноморском побережье.